Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом мы собрали 1500 лайков. Давайте в этот раз побьем этот рекорд и в честь Нового года сделаем максимальное количество лайков. Поставь лайк на этот видос, и твой Новый год будет лучше предыдущего. Обязательно это сделай. Но если проигнорируешь, то, конечно, не будет. Поставь лайк, дружище. Все, надоели мне свои все тачки, надоели все эти лансеры, надоели все эти нивы. Все буду сегодня продавать и оставлять. Ставлю себе только Кадиллак. Да, ребята, это GTA-шка на телефон. Кто еще не знал, то переходи по ссылочке в описании. Она абсолютно бесплатна. Играйте вместе со мной. А я пока что сливаю все автомобили. Много ребят хотели получить все мои тачки, но я сейчас зашел в телеграм-канал свой, понаписал всем своим подписчикам: ребята, я раздаю тачки. Кто сейчас за мной запишет ролик? Никто не ответил. Видимо, все в школе где-то чем-то занимаются, и мне придется сейчас все это просто слить, потому что, ребята, на самом деле уже действительно бесит то, что все эти машины занимают очень много места в гараже, и я решил сейчас все это продать, потому что это действительно, ну, не круто, когда есть очень много тачек, на которых ты не катаешься. А это комментарии ребят из прошлого видеоролика. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь что подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, все, первую тачку, которую сейчас буду утилизовывать, это Лансер. Все, мы его сразу же продаем. Все, мы от него избавились, мы его продали. Тут стоят какие-то игроки, что-то там продают, что-то там болтают. Но нам нужно идти до парковки, чтобы заспавнить еще одну тачку, потому что она находится вот тут. Вот у нас парковочка. Да, чуть далековато от утилизации, но все же, ладненько. Мы берем с вами сразу же Ниву. Эту Ниву хотел у меня подписчик, но я ему сколько уже писал, звонил, он трубку не берет, поэтому придется мне сливать. Но тоже она место очень много занимает, поэтому, ребятушки, обязательно будьте на связи, старайтесь почаще отвечать, быть в сети, потому что когда вы не в сети, то я не могу просто до вас дозвониться, дописаться. И что мне тогда делать? Опа, какой-то чувачок тоже решил продать тачку. Так, сдаем далее утилизацию Ниву, 42 тысячи, отлично, уже у нас на банковском счете 500 000, даже уже больше, чем 500 000, 570 тысяч. Продолжаем дальше продавать все, потому что тачек у меня еще много, и нужно это все постараться слить за один момент. Действительно, я хочу прокачать свой Кадиллак, именно заниматься им. И оставлю еще легендарную тачку. И, кстати, посмотрю, сколько она стоит. Может быть, стоит даже ее продать, но хотя ее не купить, и это реально легенда. Лучше я ее все-таки оставлю. Продаем еще одну Ниву, потому что у меня их две, а две Нивы тоже зачем нужны? Я на них уже накатался, на них все уже сделал, вот абсолютно все, что нужно было, все, что не нужно было, все это мы уже поделали. И сейчас я это все везу продавать, потому что, блин, столько добра я накопил себе. Ой-ой-ой, но подписчики почему-то никто сейчас не отвечает. Окей, все, давайте продаем. Продали еще одну тачку, максимально изи. Уже 613 тысяч, отличненько. Уже, в принципе, мне нравится то, что уже 614 тысяч, а у меня уже есть 614 тысяч. Это вообще очень топово. Теперь давайте парковочку идем и опять продаем BMW. Давайте BMW тоже. Я ее, кстати, недавно открыл, она мне попалась в кейсе. Сейчас мы ее продадим тоже, потому что мне она, блин, ну, честно говоря, сейчас не нужна. Поэтому давайте опять же продаем ее. И, собственно говоря, посмотрим, сколько она стоит. Надеюсь, что она больше хотя бы 300 тысяч будет стоить. И за эту сумму можно сейчас это сделать. Давайте. О, 600-ка. 600-ка. Просто, ребята, изи на 600 тысяч мы сейчас поднимаем. Отличненько. 600 тысяч мы сейчас ее продали. Уже у нас на счету 1 200 000. Это топ. Ну, ребят, согласитесь, лучше иметь денежки вот так уже на руках, чем тачки, которые стоят просто на месте. Я их лучше продам, и у меня будет больше свободного места в гараже. Это намного лучше. И теперь давайте посмотрим, что у меня еще там остается. У меня остается
нравится Toyota, вот это тоже, а Altezza, я ее тоже уже сейчас продаю, потому что, блин, ну я уже все поснимал с ней, что можно было и что нельзя, уже все, действительно. Я ставлю чисто Cadillac и вон ту тачку. Кстати, она у нас поломанная, поэтому давайте лучше ее сейчас быстренько починим и тогда продадим, потому что поломанную, если я буду продавать, то она будет дешевле. Ну вы это знаете, в симулятор автомобиля 2 также работает. Если тачка, собственно говоря, не прокачана, там всякое такое, то она, естественно, дешевле будет. Все, продаем изи 250 тысяч, и все. У нас 1,5 миллиона, ребята. Я вообще без денег сюда пришел. У меня денег было 100 тысяч. А сейчас у меня уже 1,5 ляма. Просто продавал тачки, которые были не нужны, которые понакопились. Вот так правильно, так нужно делать. И теперь я смогу себе что-нибудь купить интересное за эти деньги. И круто. Поэтому, ребята, давайте проверим. Мне интересно, сколько она стоит, вот эта тачка. Я ее продавать, честно говоря, не хочу, потому что она легендарная. Пускай она лучше просто у меня будет, и я что-нибудь ее как-нибудь прокачаю, потому что ее, она очень безумно редкая, и ее будет тяжело как-то купить даже. Если я когда-нибудь захочу ее купить, то у меня ее не получится вряд ли, потому что это реально легенда, просто легендарная тачка. Окей, давайте просто посмотрим, сколько она стоит. 6 лямов, ребят, понимаете, за 6 миллионов я могу ее сейчас продать, но, блин, ну я ее потом просто не куплю, поэтому пускай лучше она у меня будет стоять и всякое такое. И также давайте я хочу еще узнать, сколько, за сколько можно вообще продать мой Cadillac тоже, потому что Cadillac... Ты получил нарушение, опа, я что-то нарушил, ё-моё, ребята, вау, еще нарушение у нас какое-то есть, вообще замечательно. Окей, давайте сейчас попробуем еще прокатиться на вот Кадиллаке до тоже утилизации и посмотреть, сколько он будет стоить. Ну так, просто к слову, потому что вот эти две тачки, их нельзя купить в... Стоп, не садись сзади. Вот эти две тачки, вот эту синюю, которая впереди, и Кадиллак, их не купить в автосалоне, они легендарные, их можно получить только из кейсов. Поэтому, ребята, надо, собственно говоря, такие тачки уважать, ценить и любить. Поэтому давайте опять же поедем на нашем большом Кадиллаке вот сюда на утилизацию. И мне просто нужно посмотреть, сколько она... 2 ляма. То есть, если продать вот эти две тачки, у меня будет 8 миллионов на руках. В принципе, это круто. Но продавать я их точно не буду. Потому что, ребят, One State — это первая полноценная роллплей игра на телефоны и планшеты, написанная на собственном движке. Графика и физика в игре абсолютно действительно очень четкая и крутая. И, собственно говоря, сделана с нуля, что позволяет делать уникальную графику и физику, например, Red Goal и передвижение персонажа. Также, дорогие друзья, в эту игру можете играть с друзьями. У них написан уникальный сетевой движок, который может держать сотни онлайна одновременно и давать абсолютно новые эмоции от игрового процесса. А также, ребята, доступность как на iOS, так и на Android. То есть игра полностью поддерживает айфоны, айпады, андроид, смартфоны и планшеты, благодаря чему в One State может играть каждый. А также, ребята, чтобы сразу же купить себе тачку, вам нужно будет ввести мой промокод. А как это делать, я сейчас покажу. И, кстати, ребята, как только зайдете в игру, у вас вот тут в верхнем углу будет вкладочка «Активировать промокод». Нажимаете на нее и туда выводите промокод Личи. Введи его, чтобы получить сразу много денег. Поэтому обязательно так делать. Также, ребята, хочу сказать, что игра абсолютно бесплатна, и в ней нет никакой либо рекламы и всплывающих окон, которые могли бы менять, как-то мешать тебе играть. Поэтому обязательно переходи по ссылочке в описании, скачай эту игру. Она доступна будет как на любой телефон, хоть Honor, хоть Samsung, хоть Huawei, хоть iPhone 6, 8, разницы нет. Просто качай, и я уверен, тебе она понравится. Ну а также, ребята, кодовое слово в этом ролике пускай будет продажа. Все, кто напишет слово продажа, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем до скорых встреч.